Однако, что же делать тем, у кого совершенно нет настроения на активный отдых, а выехать на природу не позволяют мелкие дела? У нашей редакции есть идеально подходящий каждому зрителю ответ – кино. Мы предлагаем вам посмотреть анонс «Кинопремьер», в котором мы собрали самые горячие новинки проката. На этих выходных всех киноманов ожидают три увлекательнейшие премьеры. И начнем мы с исторического детектива «Хитровка. Знак четырех». Фильм переносит нас в начало 20 века, а именно в 1902 год в Москву. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с колоритной, авантюрной и опасной жизнью городского дна. Однако без хорошего провожатого соваться на хитровку приравнивается к подписанию себе смертного приговора. Поэтому театральный гений обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Геляровскому. Вместе они отправляются в турне по легендарному бандитскому району, но вместо творческих поисков занимаются вполне себе осязаемыми. А именно ведут расследование убийства загадочного местного жителя индийца Сикха с темным прошлым. Теперь на кону стоит не только успех грядущего спектакля, но и их собственная жизнь. Смогут ли герои раскрыть это трудное дело и на что способен человек во имя искусства, спешите узнать прямо в кинозале. Для зрителей старше 12 лет. А вот любителей пощекотать себе нервы ожидает фильм ужасов «Мегалодон». В Калифорнии у самой границы США с Мексикой есть райское местечко под романтическим названием «Лазурная бухта». Местные рыбаки рассказывают старинную легенду о жестоком монстре. Существует предположение, что именно в этих водах нашел пристанище последний представитель древнего рода морских монстров «Мегалодон», известный под прозвищем «Черный демон», который защищает природу от вторжения людей и уничтожает все на своем пути. Ежегодно «Лазурная бухта» привлекает множество туристов из разных стран. Именно это место несколько лет назад и облюбовал нефтяник Пол Стерджес вместе со своей семьей. В очередной раз, приехав на ежегодный отдых, туристы обнаруживают, что их любимый населенный пункт, небольшой поселок, полностью уничтожен, а все местное население бесследно исчезло. В поисках ответов на вопрос, куда же исчезли все люди, Пол замечает нефтяную платформу, значительно отдаленную от берега, и решает добраться до нее в надежде найти ключ к разгадке в глубинах океана. Но едва выйдя в море, его семья попадает в заложники к огромному доисторическому чудовищу. Удастся ли героям спастись и каковы на самом деле силы природы? Ответить на эти вопросы вы сможете только после просмотра кинокартины. Для зрителей старше 18 лет. А самые маленькие зрители на этих выходных могут посмотреть мультфильм «Трио в перьях 2». Наслаждаясь зимовкой на Большом озере в Северной Африке, воробей Ричард, воспитанный в стае аистов, узнает, что ему в этот раз не доверяют такую почетную и ответственную миссию, как возглавить перелет родного клана домой, на север, и что учеником вожака он, увы, не станет. Не желая с этим мириться, он убегает в самостоятельное путешествие, полное опасностей и приключений. По пути Ричарду предстоит встретить попавшую в беду стаю воробьев. Для обретения свободы пернатым придется объединиться в дружную команду, проявить смелость, изобретательность, смекалку и осторожность на виражах, чтобы не только обрести долгожданную свободу, но и разгадать ребус и найти таинственный клад с драгоценностями. Для зрителей старше 6 лет.